If you have imagination, welcome to Minecraft. Feel this way of recreation with its cubic color stuff. Design and invent your perfect world. Minecraft gives you much freedom. And also build 1000 thrones and add some life to me. Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Волда, и сегодня мы продолжим прохождение замечательной игры под названием Minecraft Story Mod, а именно свежевышедшего последнего заключительного пятого эпизода к этой игре, который называется «Вперед, Орден». Ну что же, прохождение, естественно, полностью слепое, эпизод буквально вышел на днях, я, к сожалению, работал, поэтому не смог его сразу снять, но вот сегодня у меня выходной, поэтому сегодня мы начнем его проходить, собственно. Начинаем, недолго думая. Сразу же начинаем. Telltale Games представляет. Совместно с Mojang. Двигайте вправо, чтобы сразиться с врагами, хорошо? Minecraft Story Mod. Ну, врагов-то немерено. Офигеть, сразу по три. Ну, в принципе, да, алмазным мечом. Чему тут удивляться? Алмазный меч, штука такая. Берегись! Ну что же, спасибо. Эй, Джесси, взгляни. И 3, 2, 1, хлоп. Класс, да? Ты тоже можешь попробовать. Пригнись. Ух, нафига. Чувак, у тебя получается все лучше. Ребята, вы слишком сильно стараетесь. Всегда пытаешься поделить нас на шаг, да? Это очень классный храм. Да, как я понимаю, очки в пользу Айвора. Хорошая подсказка. Ну, Джесси? Так что, сделаем? Орден камня. Добудем-ка сокровище. Сокровище. Вот тебе и сокровище. Пустой шкаф. Да ладно, вы же знаете, как в таких местах бывает. Сокровище никогда не ждет открыто. Рассредоточимся и обыщем это место. Ну что ж, тут начинается уже полноценный геймплей, а не катсцены с QTE элементами. И, собственно, можно немножко пока что отвлечься и поговорить. Так вот, поговорить хочется о том, что очень странно, что после обновления этой игры, то есть после выхода пятого эпизода, когда я его в Steam скачал, одна игра у меня именно в Steam куплена, лицензионная версия, почему-то, в общем-то, после этого настройки сбились все на умолчание, во-первых, а во-вторых, язык стал английским, и я очень долго парился, чтобы сменить язык на русский. В итоге меняется это не в файлике, не в реестре, как в интернете подсказки, а просто в правой кнопочке по игре в Steam свойства и там выбрать язык русский. Так, ну что же, давайте взглянем на рычаг. Старый друг рычаг. Давайте пока не будем ничего активировать, давайте сначала пойдем поболтаем со всеми, с кем можно, например, вот с Петрой. Привет, Петра. Это классное место, знал, что ты его найдешь. Так как ты себя чувствуешь в последнее время? Думаю, не села шушащей хвори. Теперь я пытаюсь привыкнуть к тому, что у меня есть команда и люди, которые мне не безразличны. Как думаешь, как Айвор узнал об этом месте?
Как знать, сколько книг этот тип прочел? Миллион? И путешествовал он по всему миру? Что думаешь об этом месте? Я предпочла сразиться по-честному, а не перекущателями заниматься. Ладно, я буду дальше думать над решением. Так, хорошо. Водосток. Давайте взглянем на водосток. Эти каналы ведут в центр комнаты. Похоже, они разработаны так, чтобы лава текла из этих каналов в стене. Зачем делать такое? Ну, в общем-то, скоро узнаем. Оливия? Привет, Оливия. Да. Так тебе понравилось искать сокровища? Если бы меня спросили, насколько месяцев назад, я бы никогда не подумала, что мне понравятся все эти приключения и поиск сокровищ. Но я прекрасно провела время и добыла много материалов для строительства. Есть идеи, что с этим делать? Но эти каналы лавы заблокированы в стратегических местах с помощью липких поршней. Сблокирую их, из этого должно получиться нечто классное. Sticky Pistons, значит. Какое сокровище ты надеешься найти? Ну, я занималась строительством, для которого не помешали бы несколько раздатчиков. Но какао бобы тоже не помешали бы. Ладно, я с этим разберусь. У меня никогда не было сомнений на твой счет. Ну, ты правильно. Аксель, старина Аксель. Что тебе нужно, дружок? Наши приключения всегда круче всех, правда? Да, очень прикольно. Я боялся, что будет либо не очень круто, либо не очень интересно. Ну, или еще что-нибудь. Не очень в ордене камня. Я благодарен за то, что ты всегда в меня верил. Ты же знаешь. Так какую добычу мы можем там найти? Вот черт, ну я хочу сделать комнату с изумрудным полом, да? Все были бы рады. Мне не хватает 4 изумруда, я бы рад найти изумруды. Аксель, что думаешь о ситуации? Ну, не знаю насчет ситуации, по большей части все взорвать. Но если тебе нужны люди для такого, я всегда с тобой. Ладно, я пойду дальше искать на эти. Мне это подходит, говорит. Да, пьетка, конечно, как всегда, упоротый, и слышу просто английскую речь и понимаю, что, блин, субтитры вообще совершенно не про то. Ну да ладно. Ничего страшного, давайте взглянем сюда еще, на канал лавы. Эти каналы лавы заблокированы липкими поршнями. Если их разблокировать... Ну, очевидно, что лава потечет туда, наверное. Давайте попробуем, короче, нажмем рычаг. Хлоп. И поршни открылись. Снова помеха. Хорошо, давайте попробуем открыть другой поршень для начала. Так, подожди, а все, мы тут больше не с кем поболтать, да? Ну да, собственно, логично. Ладно, пробуем трой этот поршень активировать. Точнее, не поршень, а рычаг. Так, вот, кажется, что-то получилось. Здесь, кажется, один работает. Давайте посмотрим теперь здесь. Тоже, кажется, ага, вот оно что. Очевидно, нужно какой-то правильной последовательности их активировать. То есть сначала, допустим, центральный, потом левый, попробуем. Нет. Явно не то. Хорошо. Попробуем тогда сделать центр право-лево. Может быть так. Так. Центр. И работает. Ой, нет, не работает. Неважно. Так, нифига. Значит, пробуем тогда право-лево-центр. Как-нибудь так. То есть очевидно, что нужно в правильной последовательности активировать рычаги. Но в какой именно, я пока не допер. Вот это явно работает правильно. То есть тут, по идее, все хорошо. Когда мы активируем центральный, выключается правый. Поэтому сначала пробуем активировать левый тогда рубильник. Нет, то тоже выключается. Хорошо, значит пробуем наоборот, начало левой. Не, он сразу выключается. Блин, любопытно. Тогда, может быть, центр, потом право? Может быть так? Ну, центр тоже вырубается. Мать его, хорошо.
Пробуем тогда правый и центральный, потом снова правый, потому что при центральном правый, по-моему, выключается, если не ошибаюсь. Значит, здесь явно все правильно. Вот мы его включили, но он работает. Теперь переходим к центральному. Тот выключается. Мы пойдем тупо включим его еще раз. Какие проблемы? Ну, наконец-то мы к чему-то пришли. Отлично. Да, видите, два работает. Значит, получается правый, центральный, правый. Ну и теперь наверняка левый. Отлично. Есть контакт. Думаю, я был бы разочарован, если бы пол не разошелся и не открылся темный жуткий ход. Это мне малость напоминает, как мы нашли храм Ордена. Мы тогда были кучкой испуганных людей, я не испугался. Нет? Так кто ж тогда кричал? Ого, да, ощущение такое, как будто это было миллион лет назад. Мы многое сделали с тех пор. Подумать только, это было только начало. Да, потом мы сразились с осушающей бурей, тусовали со странниками края. Воссоединили Орден, с ума сойти. Супер, сокровища здесь, ребят. Ладно, посмотрим, что у нас есть. Так, значит, 4 сундука. Двигаться я не могу, только могу в сундуки брать. Ну, давайте начнем с левого тогда. Эй, это же торт. Ничего себе, напоминает мне тот день, когда тебе удалось добыть торт в хижине ведьмы, и я тебе страшно завидовал. На хлюнки типа ты нового вида. Если тебе хочешь, завидуй. Ничего себе, спасибо. Нажал, если хочешь, забираю, а переведено, если хочешь, завидуй. Здорово, ладно. Нормально. Тыква, неплохо. Наверное, это может быть полезно при встрече со странниками края. И я, оказывается, у нас тут еще кое-что. Это... Что это такое? О чем мы говорили? Ого, как здорово! Мне еще не удалось видеть, как кремень и кресало делают такое. Это свечение, это колдовство какое-то. Не знаю, я уже видел, как на кремень и кресало налагает заклинание несокрушимости, но это не несокрушимость. Можем попробовать выяснить. Ладно, кремень и кресало, делайте свое дело. Заколдованный кремень и кресало. Ну, мне еще не довелось видеть, чтобы кремень и кресало делали такое. О-оу. Да, кажется, у нас небольшие проблемы. Орден Камня, кажется, монстры хотят помереть. Ну и каков план? Если интересна моя точка зрения, по-моему, пора тайно пожать руки. Ну так давайте, Оливия, готовь удар Красного Камня. Почти получилось. Быстро, однако, она. Отлично, жесть, превосходно сработало. Ого, непременно мне научат так делать. Да, довольно зрелищно. Фу, все эти мобы, а где конец? Их уничтожила лава. И вот вам и ступеньки. Нужно браться сюда сейчас же. Берегись. Мы в ловушке, что нам теперь делать? Быстро прыгаем.
Ладно, давайте убираться отсюда. Да уж. Ну черт, паукам. Пещерные пауки, только не пещерных пауков нам не хватало. Выбраться отсюда можно только через них, приготовьтесь. Туннель закрывается. Твою мать, не успел. Вы умерли. Класс. Ладно, попробуем еще раз. Так, снова с пауками придется сражаться, но ничего страшного. Впредь постараемся быстрее это делать. Так, ну понеслась. Минус один. Минус два. Минус три. Кажется, готово. Так, перед главным попасть. Давай, давай. Отлично. Фу, хорошо. Глазам своим поверить не могу. Это поразительно. Почему никто не в шоке? Аксель будет в шоке, только тихонько. Ничего себе, все начинается как с моим счастливым ме... О, нет! Давай же, выйдем наконец отсюда! Говорю, ребята, никогда такого не надоедает, хе-хе. Да, неплохо убить кучку монстров, добыть сокровища. Как эти кремни кристаллы. Нужно попробовать еще раз. Мне бы тоже было любопытно увидеть, что там такое. Не терпится знать, как это работает. Я все это попробую, если хочешь. Ого. Ну-ну. Откуда новая игрушка? Орден неудачников. Да, неудачники. Извини, но забыл твое имя. О, понял. Орден Камня такой крутой, что уже нас не узнает. Хоть мы у вас и уделывали как младенцев в каждом строительном конкурсе. Ну так что вы, оцелоты, здесь делаете? Лукас был с оцелотами, мы избавились от этого названия, как и от самого Лукаса. Мы сменили вывеску, теперь мы огненные стержни. Огненные стержни. Помолчи. Извини, босс, больше так не делай. Классное название. Именно, и мне плевать, что вы думаете. А где Лукас, а? Как только Орден решил, что вы классные... Ну и ладно. Он не перестанет вынюхивать, словно прирученный пес. Бери свои слова обратно. Нет. Эй, Лукас 10 раз лучше тебя. Да, Лукас герой. А тебе и твоих чучелах этого не скажешь. Наверное, думаете, что очень особенные благодаря этой вещи. Джесси в своем репертуаре. Вы забираете все самое лучшее, никогда не даете шанса другим. Это должно было достаться нам. Да ну. Лично вторым быть не стыдно, Эйден. Не каждый может то, что может Орден Камня. Но больше от такого ограниченного человека, как ты, и не ожидал, Джесси. Отдай мне кремень и кристаллы, Джесси. Не заставляй меня повторять. Это вы не получите, должно быть мое. Ты еще тот герой, Джесси. Хорошо. На что надеяться, когда герой вроде тебя отдает распоряжение пурительным тоном? Но так будет не всегда. Давайте, ребята, пошли отсюда. Огненные стержни. Я рассказал, помолчи. Поберегись, Джесси. Не помню, чтобы он прежде так злился.
Ладно, официально заявляю, у меня дурное предчувствие насчет Эйдена. Угрожает ужасное колдовство на мечи, надеюсь, он никому не причинит зла. Да, нужно быть повнимательнее. Ничего себе, а все из-за того, что нам понадобилось кремень и кресало. Что будешь этим делать? Об этом храме нам сказал Айвер, может, он о них что-то знает. Надеюсь, Айвер сможет нам о них больше рассказать. Наконец-то начинаю снова все узнавать. Хорошо быть почти дома. За это, друг. Но не могу я забыть то, что Эйден о нас там говорил. Мы правда получаем много сокровищ. По-моему, иногда можно воспользоваться своим авторитетом. Чего? Нет. Эйден просто очень завидует, что у нас такие сокровища. Да, мы не на то, что мы такие классные. Ну да, пожалуй. Ну, что бы там ни думал Эйден, я знаю одно. Что же? Они думают, что мы классные. Они вернулись! Беги, скажи всем, что вернулись наши герои! Но Орден Камня снова в городе. Не возвращаться приятно, мы пережили безумное, грандиозное приключение с кучей монстров, сокровищ и тайных храмов. Я больше не выдержу, ребята, вы просто класс. С возвращением! Видишь, G75, мне! Вообще-то было малость больно. Это вопль явно не ощущает нашего возвращения. Ух ты, это новость. Как-то умудряется вызывать черепа и щупальца. И все равно продолжает зажигать лаву, брррр. Фиду не очень опасная штука. Да? Я не виноват. Берегись, помогите. Ой, хватит ныть. Что такие жалкие ранения в сравнении с моей величественной башней? Айвор? Ну, конечно. О, Джесси, ты уже здесь. Не слушай, что эти дураки говорят. Он пожароопасный. Опасно твой рожу смотреть. Полагаю, мы в расчете. И что это за странное строение? А это мой новый дом. А также, мой подарок сообществу. Если кому лавы не хватает, ее можно взять здесь. Добро пожаловать. Джесси, я хочу того же, чего и все. Собственный домик, из которого течет куча лавы. Айвор, я знаю, что намерение у тебя доброе, он твой дом хочет людей убивать. Чувак, ты построил дом-убийцу. Может, его куда-то можно переместить? Несомненно, переместить? Если это сделать, из него выльется намного больше лавы. Ну? Мы должны снести его. Мы не можем позволить стоять здесь этому ужасу. Это мой дом, Джесси. Я имею такое же право на строительство, как и все эти люди, так? Они просто завидуют, ведь у меня есть видение, а у них... У них... Планирование сообщества. Тьфу. Да ладно, хрен с ним. Очевидно, Айвор вложил много труда в свой новый дом. К чему надо проявлять такое уважение... Как и к дому, который не истекает лавой. Не трогайте, мы наверняка сможем найти компромисс, верно? Да здравствует мой дом из лавы, да здравствует лава. Спасибо, Джесси. Верно, идем дальше. Приятно смотреть на милостивого победителя. Что могу для тебя сделать, Джесси? Давненько не виделись. Айвор, в храме мы нашли кое-что, о чем ты говорил. Что? В самом деле?
Да, приятно тебя снова увидеть. Давай обед готовить. Я морковку принесу. Нас могут послушать. Встретимся в сокровищнице через 10 минут и находку свою принеси. Если мы эту штуку оставим, надо хотя бы лау стекло заключить, чтобы было безопаснее. Но дом типа довольно опасный. Ну же, помоги мне набрать песка, и можешь не сомневаться, когда сделаем стекло, он будет безопасным в нужной мере. Ладно? Мы с тобой еще разберемся. Да, когда убедимся, что к этому произведению искусства оказывает должное уважение. Хорошо, до скорой встречи, ребята. До встречи, ребят. Ладно, пойдем искать Айвора. Ух ты, это место становится все лучше. Черт возьми, Лукас, я тебе не верю. О, привет, ребят, классные штуки тут у вас есть. Черт знает что. Эй, Лукас, очень рад тебя видеть. Много времени прошло, мне вас не хватало, ребят. Нам тоже тебя не хватало. У тебя и других полно. Да уж, тебе точно было чем заняться. Ух ты, как ты четко все расписал. Да уж. Как дела? Мне его очень-очень не хватает. Каждое утро я просыпаюсь и всего лишь на минуту представляю, что он в соседней комнате или на улице роется в поисках морковки. И каждое утро я вспоминаю, что его уже нет. Мне очень жаль. Ладно, честное слово, я пришел не только для того, чтобы всех задолбать. На самом деле, я вернулся, чтобы вам кое-что сказать. У меня была странная стычка с Эйденом. Ох, терпеть его не могу. То, что он сказал или сделал, это очень задело. Отлично. И что он хотел сказать? Наверное, ему кто-то сказал, что Айвор дал тебе подсказку на некое сокровище. Он очень хотел первым его найти. Мы его опередили. Он очень завидует тебе и остальным участникам Ордена с тех пор, как вы спасли мир от осушающей бури. Он убежден, что героем должен был стать он. С тех пор он стал во главе огненной стержни, кажется. Он стал зловреднее. Грубит Майя и Джилл. Завидует? Но почему? Он думает, что ты забияка, Джесси. Грабишь и берешь все добро себе. Так что вы нашли, что Эйден так завелся. Посмотри-ка. Ух ты, какой странный свет. Да, знаю, я должен его показать. Ты его нашел! Чувак, что с тобой такое? Это величайшая находка нашего времени. Поверить не могу. Что действительно тебе досталось? Давай, Калиш, для чего он нужен? Это подтверждает то, что я всегда подозревал. Этот свет, это заклинание наложила очень древняя группа строителей. Она была еще до Ордена Камня. Вот какая она древняя. Да, только представь, а для чего это же тогда кремень и кристаллы? Я не уверен на все 100%, но подозреваю, что это связано с той интересностью. Видишь ли, если эти строители в самом деле существовали, и ты нашел их храм, значит, мы на шаг приблизились к вечному источнику. Какое прекрасное зрелище. Похоже, ты вернулся как раз вовремя, Лукас. Это еще мощные артефакты, да? Это тебе только что в голову пришло? Нет, я нашел книги и таинственные тома, и соотнес информацию в них своими путешествиями. Таинственные тома, да? Говорят, вечный источник — предмет невероятной мощи, который обладали древние строители. Он был своего рода сокровищем или артефактом, который бесконечно снабжал их ценными материалами. Подумай только, Джесси. Наверное, в этом храме он скрывался. Ух ты, древние строители, что ни день, то что-то новое. Ладно, значит, на кремнии кристалле может быть заклинание древних строителей, но откуда ты знаешь, что именно там находится этот вечный источник? Джесси, я много где бывал. Храм и кремень с кристаллом — единственное вещественное доказательство существования древних строителей.
Это очень даже возможно. Древние строители, вечные источники, древние тайны. Знаешь, я с вами. Превосходно. Пойду-ка вещи для похода соберу. Погоди, с нами пойдет он? Ого, кажется, у вас тут много дел, но я, пожалуй, пойду. Нет, ты пойдешь с нами. Нужно, чтобы кто-то был между мной и Айвером. Идем. Ну что ж, друзья, что будет этого приключения дальше? И какие, собственно, новые беды, либо, наоборот же, открытия ждут наших героев, мы узнаем уже из следующей серии. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, не забывайте про комментарии. И большое вам спасибо за просмотр. Для вас играл и комментировал Валдай. Это была игра Minecraft Story Mode на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока.